Дорогие друзья, прошло неделя с того времени, как мы пересадили раи, то есть как пересадили отводки. И сейчас будем смотреть на предмет матки и расплода. По идее, по времени матка уже должна червить. И тогда будем расширять отводок. Делать это нужно примерно раз в 10 дней. Смотреть отводок и расширять. Существуют разные технологии. Кто, например, на 20 дней оставляет отводок, по максимуму расширяет. Но кто-то осторожно. Но это еще в зависимости от зоны и от погоды, которая стоит. Вот, чтобы пчелы сумели обсиживать те рамки, которые предоставлены матке для того, чтобы червить. Итак, посмотрим. А теперь вот такие чудеса. Этот улей стоял пустой. В нем были поставлены рамки, чтобы они их осушили. И никто не обращал на него внимания. И оказывается, здесь столько пчел. Здесь просто хаотически были наставлены рамки. И сейчас мы его посмотрим. Это называется сюрприз. Нарочно не придумаешь. Так, здесь мед. Здесь неподъемные. Расплода я здесь не вижу. Пчелы освобождают место. Это, видимо, под расплод. Вот посмотрите, какая середина оставлена. С краев мед. А здесь оставлено, пока что ничего не видно. Да, чудеса так чудеса. Откуда здесь пчелы взялись? Здесь вполне их прилично. Расхода я не вижу, но места они оставляют. Вычищены рамки. Thank you.
нету расплода. Ага. Здесь почищены, ничего нет. Здесь просто произвольно поставлено разделительное. Расплоды я здесь не вижу. Так что будем смотреть. Сейчас немножко переформируем, что это тут такое происходит. Откуда это прилетело столько пчел? Четыре. Ну ладно, не будем тогда больше. Пятая рамка. Здесь. Да. Оказалось, что у нас еще обнаружился один улей. Ну, будем надеяться, что здесь все будет нормально. Конечно, пчел здесь много. Иногда чудеса случаются. Так что надо ставить побольше пустых ульев. Возможно, ветер какой.